К новостям спорта. Игроки Кузбасса 97 впервые в истории кемеровского хоккея завоевали Кубок мира. Розыгрыш престижного трофея, как и у взрослых команд, прошел в Швеции. В финале дружина Максима Тушина переиграла шведский Лидчепинг со счетом 5-1. В малом Кубке мира приняло участие 17 команд из 4 стран мира, в том числе 3 из России. Архангельский «Водник» выбыл из борьбы в четвертьфинале, а кировская «Родина» заняла 4 место. Кемеровская команда выступила в Швеции 3-й раз. В 95-м году «Дружба» стала бронзовым призером, а 4 года назад «Кузбасс-93» не вышел из группы. Для «Кузбасса-97» этот кубок стал победным.